от имени выпуска 2019 приглашаю к микрофону Гелизитинова Ильназа, ученика 11 А-класса. Вот и прошло наше путешествие длиной в 11 лет. Кажется, еще только вчера родители привели нас за руки в школу. Тогда школа казалась для нас чужой. Но за эти 11 лет она успела для нас стать родной. И сейчас мы не хотим покидать ее пределы. Сейчас от имени всех выпускников школы номер 132 2019 хочется поблагодарить всех тех, кто сделал ее такой, кто сделал нашу школу родной, нашу школьную семью. Хочется сказать спасибо нашим учителям начальной школы, классным руководителям, учителям-предметникам, администрации школы, которые старались изо всех сил передать нам свои знания, которые отдавали свое сердце и свою душу и оставили свой след на каждом из нас. Спасибо нашим поварам, спасибо нашим уборщицам, спасибо нашим медицинским работникам. Именно благодаря ним наша школа всегда блестела. Мы были всегда сыто накормлены и всегда здоровы. Конечно, нельзя не отметить старания наших дорогих родителей, которые всегда нас поддерживали. И сейчас они тоже разделяют нашу радость и нашу грусть. И сейчас, стоя перед всей школой, мы, выпускники школы номер 132, обещаем, что, используя весь опыт и все знания, приобретенные в школе, а также советы наших учителей, будем стараться всегда идти на вершину и оправдать ваши ожидания. Сейчас мы хотим сказать спасибо школе. Мы никогда не забудем те годы, которые мы здесь провели.